Дом 105 по улице Роза Люксембург одним из первых сумел попасть в федеральную программу формирования современной городской среды. В Армавире ее реализация стартовала во второй половине 2017 года. Ремонт территории у дома начался в середине сентября. Пока в соседних дворах трудятся рабочие, здесь многое уже готово. Сделана была вот пешеходная дорожка, которая была по проекту здесь вот вдалеке. Ее полностью демонтировали, сделали новую. Я же опять говорю, бортовые камни, асфальт, там щебенку все положили. Полностью перед домом сделали здесь покрытие со всех сторон дома. И с той стороны, и с этой стороны. Отмостки у дома полностью сделали. Что еще сделали? И по благоустройству. Там где-то 45 тысяч они затратили по этим площадкам стоянок для машин, скамейкам. Урны поставили. Вот это все это выполнено. Владимир Глазунов, председатель домового комитета, выступал инициатором проведения собраний жильцов, занимался сбором документов и хождением по кабинетам. Вступление в программу оказалось делом несложным и выгодным, ведь за новые пешеходные дорожки, отмостки, парковки и лавочки жильцы не отдают ни копейки. Для них совершенно бесплатно и строительные материалы, и работа квалифицированных сотрудников. Сделали быстрыми, ударными, можно сказать, тем, работали вечерами, сделали хорошо, вот общий объем покрытия где-то 800 с чем-то даже метров, положили все нормально, хорошо, здесь сделали приступки здесь к подвалу все, выложили аккуратненько, к этому претензий нет, нормально все сделано. На соответствие нормам и стандартам готовый двор должна обследовать специальная комиссия. Жителям дома остается дождаться обновления детской площадки. Возведение качелей и игровых уголков входит в минимальный перечень работ программы. Со следующего года в него предлагают включить обязательное озеленение и освещение. Горожанам, которые хотят, чтобы и в их дворах навели порядок, стоит обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства по телефону 383-92. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».